Роковая встреча в маршрутке обернулась для жительницы Волжского района заявлением в полицию. Женщина пояснила, неизвестный попутчик вышел с ней на остановке и сорвал дорогое украшение. Как пояснила потерпевшая, в дневное время суток на улице Чернышевского города Саратова неизвестный мужчина открыто похитил у нее золотую цепочку. По подозрению в совершении преступления сотрудниками оперативно-сыскного отдела Управления МВД России по городу Саратову был задержан 42-летний мужчина. Выйти на след подозреваемого сотрудникам оперативно-сыскного отдела удалось в ходе тщательной работы по проверке ломбардов, причем не только на территории Саратова. В отделе мужчина пояснил, что получил за цепочку 53 тысячи рублей. Увидел его маршрутки, вылез с ней, сорвал цепочку и убежал в Энгельс. По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Эллада Абжалимова, Андрей Багаев. Дежурная часть, Саратов.